Долги по кредитам жителей Алтайского края сейчас больше 174 миллиардов рублей. Такую сумму выдали банки за 9 месяцев этого года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого. Четверть суммы, чуть больше 60 миллиардов, кредиты физическим лицам. Как посчитали в главэкономике края, если распределить эту сумму, то долг каждого жителя региона составит 58 тысяч рублей. Это не так уж много, говорят эксперты. В целом, по Сибирскому федеральному округу цифра превышает 76 тысяч. Объем просроченной задолженности в расчете на одного жителя в крае также ниже, чем по России, и по СФО на 30% и 10% соответственно. По данным Национального бюро кредитных историй, Алтайский край вошел в топ-20 регионов по выдаче кредитов на покупку потребительских товаров, заняв в нем 13 место. Так же, как техника безопасности пишется кровью, как известно, так же и финансовая грамотность и правила финансово-грамотного поведения тоже пишутся страданиями, финансовыми потерями, слезами, трагедиями человеческими. И финансово грамотный человек – это тот, кто учитывает вот этот опыт людей, прошедших там МММ, опыт людей, которые попали в нехорошие ситуации с кредитами. Как не попасть в кредитное рабство и освоить финансовую грамотность? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в прямом эфире на нашем телеканале. С 18 до 19 часов ведущие эксперты, юристы и кредитные консультанты научат выбирать максимально выгодные кредиты и объяснят, как общаться с коллекторами. Телефоны прямого эфира для жителей Барнаула 555550, для жителей Алтайского края 8 800 718 02.